Год начинается грандиозным стартом. В Иванове будет построен огромный микрорайон на 20 тысяч человек. Количество жителей сопоставимо с населением Родников или Приволжска. Участок выделен в Ивановском районе, в завершении улицы Революционная, местечко Авдотина. Микрорайон назвали «Самоцветы». В нем будет 13 домов-комплексов, по 750 квартир в каждом. По задумке разработано все для комфортной жизни, как говорится, для людей. Зона без автомобилей, социальная инфраструктура, два сада, садик и школа, больница, гипермаркет, культурный центр. И все это в экологически чистой зоне. Кусок земли в 80 гектаров присоединят от района к городу. Вопрос уже согласован. Дело сделано, пошутил Алексей Хохлов после подписания соглашения с инвесторами. Можно строить. Работы начнутся в будущем году. Город берет на себя, конечно, высокие обязательства. Мы примем участие в проектировании и строительстве социальной инфраструктуры. Будем всячески помогать развивать инженерные сети, коммуникации, вопросы с отоплением, водоснабжением, отведением – это все мы берем на себя. Проект очень большой, порядка 18 миллиардов рублей, и рассчитан не на годы, а на десятилетия.